Вообще, ноябрь – это тяжелый месяц. В этот месяц происходили кровопролитные революции, бунты, восстания, террористические акты. В общем, такой бесноватый месяц, тяжелый очень. В истории запомнился надолго. И вот сегодня первое число, 1 ноября. Я призываю всех быть крайне осторожными, беречь друг друга, заботиться, ездить аккуратно на машинах, летать на самолетах и ездить на поездах аккуратно, бдительно, внимательно будучи, потому что месяц наполнен такими инцидентами, неприятностями. Очень не люблю этот месяц, он самый депрессивный, нервный, оконцовка года, и до декабрьских праздников и радости нам, конечно, надо дожить, чего всем и желаю. Будем все здоровы, будем любить друг друга, и спасибо вам.